В этом сезоне у нас новая традиция появилась. Президент каждый месяц награждает лучшего игрока. В прошлых месяцах были Акрамов и Петхов. В декабре получил я награду, я очень счастлив. И будем стараться работать еще усерднее, чтобы в будущем еще одну награду получить. В течение игры у нас были качели сплошные, то выигрывали мы, то выигрывали русичи. В конце просто наш тренер взял тайм-аут, поменял защиту. Мы тоже с ребятами собрались, стали больше общаться в защите. И я думаю, это результат, почему мы сегодня выиграли. Что он хочет от меня на площадке, это подбор, защита и все время быстро бежать из транзиции, из защиты, нападения обратно. Поэтому с очками как повезет. Поэтому никогда не знаешь. Наша команда надо играть намного жестче в защите. Этого не было сегодня. Там на концу 3-4 минуты, да, энергия была, с этим я доволен. Али потом атака зависит от защиты, и этого не было. Был что, али наша команда надо играть еще жестче. Защита. Очень хотел помочь команде сегодня победить. Ребята заслужили, проделывают хорошую работу. Наблюдаю за каждой игрой, даже когда не принимаю участие. Последний выезд в Иркут, Владивосток, порадовал прогрессом в игре. Просто хотелось помочь ребятам завоевать победу, немного прибавить уверенности в себе. На самом деле, конечно, рад побить рекорд, но больше меня беспокоят мои потери сегодняшние. Пока не смотрел статистику, но уверен, что их очень много. Первый номер не должен играть с таким количеством потерь. Вот над чем буду работать в ближайшее время. Очки как-то не особо заботят сейчас. Yeah.